Ребята со специальными флажками отправились в центр города, где гуляет большое количество родителей со своими детьми. Юноши старшего отряда взяли с собой заранее подготовленные трафареты и краску, чтобы нанести на тротуар предупреждение. Решено было сделать акцент на безопасности пешеходов с детьми. Теперь, подходя к переходу, родители увидят предупреждение и возьмут ребенка за руку, чтобы он случайно не выскочил на дорогу. Очень хорошая акция. Мы рады, что мы поучаствовали. Спасибо большое ребятам за то, что они старались. Также сами дети становятся более осмотрительными, меньше совершают нарушения. Когда я перехожу дорогу, то я иду на зеленый свет. Когда я иду с мамой по переходу, беру ее за руку. После этого малыши подключились к всероссийской акции «Безопасность детства». Они провели осмотр игровых и спортивных площадок, находящихся в центре города. Самые качественные и безопасные комплексы, по мнению детей, были отмечены значком качества. Также на проверенных площадках они разместили информационные листовки, где указаны телефоны экстренных служб. Горки очень хорошие. Это хорошо, что у нас здесь на Горске сделали еще новых горок. Мы проверили их и будем проверять еще остальные. Создание условий для безопасного отдыха детей – предмет особой заботы всех причастных структур и залог спокойствия родителей. Дети – это наше будущее, это наше счастье. И поэтому мы с вами должны к ним относиться бережно и учить их безопасному поведению не только на дорогах, а вообще везде, в городе. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.